Новости Автомира. Для регистрации машины в РФ теперь нужен новый документ. В России начали внедрять новые правила при растаможивании и регистрации в ГИБДД автомобилей, ввозимых из Казахстана. Теперь у автомобилистов требуют таможенные декларации. Причиной новых требований стали лазейки, которыми пользовались покупатели для снижения расходов на растаможку и оформление машин в РФ. По словам эксперта по подбору автомобилей Кирилла Чернова, теперь с помощью декларации в ГИБДД проверяют, что стоимость машины при продаже и уплаченные таможенные платежи не занижены. Как сообщили в ФТС, в 2022 году в России резко выросло количество ввозимых из Казахстана автомобилей. С начала года в страну завезли 6500 машин, что в 15 раз больше, чем за тот же период 2021 года. При этом не все из них попадают в Россию законным способом. По словам представителя Национального автомобильного союза Антона Шапарина, цены при ввозе автомобилей в Казахстан перегонщики занижают примерно в два раза. При этом выбор моделей, которые в дальнейшем отправляют в Россию, огромен. Об этом сообщает Рамблер. Встречались случаи, когда на люксовые модели в Казахстане цены занижали сразу в 5-6 раз. Вершина такой оценки – ввезенный Mercedes-Benz Maybach за 40 тысяч долларов. При том, что его цена в Европе около 230 тысяч евро. Toyota Highlander стоит около 44 тысяч долларов, а оформляют их по цене в 20 тысяч долларов. Привел примеры Шапарин.